iPhone 3G. Замена шлейфа с кнопкой Home. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор iPhone 3G». Чаще всего кнопка Home отказывается корректно функционировать по причине выхода из строя одного из ее контактов. Для устранения проблемы потребуется заменить кнопку вместе со шлейфом. Процедура эта достаточно сложная, поэтому мы рекомендуем выполнять ее в условиях специализированного сервиса.